Здравствуйте, друзья! Меня зовут Берна Кылычевлу. Уже долгое время я являюсь преподавателем и руководителем образовательной программы графического дизайна в профессиональной высшей школе имени Плата. Кроме того, веду научные диссертационные исследования на кафедре искусства и дизайна в Техническом университете Йылдыз, а также продолжаю свою работу по специальности в секторе. Учебный план программы графического дизайна рассчитан на 2 года. В структуру учебного плана входит дневное и вечернее обучение, дистанционное обучение и отделение на английском языке. В основном структура учебного плана ведется в соответствии с графиком преподавателей, планом занятий и междисциплинарными процессами. Наши академики уделяют особое внимание междисциплинарным методам обучения. Теоретические и практические дисциплины преподаются в сбалансированном виде. К примеру, такие теоретические предметы, как теория искусства и дизайна, где изучается культура и теоретические постулаты дизайна, чередуются с практическими предметами, такими как основы художественного обучения, основы дизайна, построение шаблона, где изучается техника процесса. Конечно же, мы уделяем большое внимание развитию творческих способностей студентов, поскольку их будущая сфера деятельности подразумевает создание рекламных кампаний, иллюстраций, типографий, разработки веб-мобильных интерфейсов, анимации и прочей творческой работы. Поэтому мы стараемся, чтобы учащиеся приобрели необходимый практический опыт в опоре на теоретические знания, работая с творческими проектами. Помимо аудитории, занятия по программе проводятся также в лабораториях и мастерских. Лаборатория оснащена надлежащим цифровым оборудованием, компьютерами и программами Mac. В мастерских также есть все необходимые инструменты для изучения таких практических предметов, как основы художественного обучения, построение шаблона, основы разработки эмблем и логотипов. Немаловажными являются такие составляющие программы, как стажировка и выпускной проект. Обязательным является прохождение 30-дневной стажировки. Студенты могут найти места для прохождения стажировок благодаря своим собственным связям. Но наши подразделения, отвечающие за стажировки, и преподаватели, имея связи в секторе, легко могут найти нашим ученикам места для прохождения производственной практики, в том числе в различных компаниях и организациях сектора, в агентствах постпроизводства, рекламных и дизайнерских агентствах, издательствах и прочих местах. Разработка и защита выпускного проекта также является важным этапом в освоении профессии. Студенты под научным руководством преподавателей разрабатывают собственный дизайн-проект по выбранной теме в интересующей их сфере. Таким образом, они получают необходимый опыт. Для успешной работы над проектом на 4-м семестре студенты посещают обязательную дисциплину под названием «Выпускной проект».